Более 31 тысячи дагестанских семей, владеющих материнским капиталом, получили по 5 тысяч рублей. Речь идет о тех семьях, которые имеют право на материнский капитал. 31 400 дагестанских семей выплаты уже получили. Деньги им выплачивали в апреле и мае и продолжат в июне на каждого ребенка до 3 лет. Тем самым Владимир Путин решил поддержать семьи в период тяжелой ситуации. Всего было получено 42 тысячи заявлений. Решение выплатить материальную помощь было принято в отношении 31 400 заявителей. Отсеялись только двойники и заявления с неверно предоставленными реквизитами. У владельцев материнского капитала есть время до октября месяца, чтобы получить эти деньги. Материнский капитал при дополнительных выплатах остается неизменным. Заполнить заявку можно на портале госуслуг.